Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stig War Legacy. Так, и посмотрим, открылись ли у нас новые миссии. О, да. Две миссейки я точно вижу. Это 49-я и 50-я. Ну что же, давай попробуем. Начнем. Так, пережить ночь. Поставим хард с тобой. Так, 7 очков улучшений. Тут дают великана. Неспроста. Ага, зато нет лучников. Вот это плохо. Вот это плохо. Давай тогда убей мага с тобой как-то улучшим. И, наверное, немножечко нашего добытчика. Ну что, я, в принципе, готов. Давай посмотрим. Пережить ночь. Соответственно, тут, наверное, будут на нас бежать всякие зомби. Вероятнее всего. Точно, зомби. Так, давай, убимак, выходи. Пережите ночь. Так, капитон. Нет, не надо капитона. Давай еще, наверное, с тобой одного добывальчика сделаем, пускай они тут добывают мне по 120 монет. Блин, они идут. Тут еще наверняка будут отравленные, плюс прыгуны и тому подобное. Все виды зомби. Воу! Прям здесь, возле... Тихо, вы серьезно, что ли? Прям из-под носа, ты представляешь, вылазит. Так, ладно, давай, наверное, с тобой капитона призовем. Жестко. Прям на моей территории, понимаешь, появляется капитон. Что у нас с тобой есть на худой конец? Да ничего тут хорошего нету. Убимак, конечно, очень крут. Тут не поспоришь. Как он бомбит великолепно. Эй! Да защищайте вы убимага, ё-моё. Ты посмотри, а, что они вытворяют. Так, друзья мои, нам... Ох, ё-моё. Павшие капитоны идут. Слушай, нам нужно, наверное, с тобой еще одного убимага сделать. Ну это, блин, сложно. А чё вы стоите-то? Блин, без лучников как-то, ну вообще, ребят, не айс. Давай-давай, чуть-чуть еще осталось. Ну, вы золото будете там добывать мне или что? Вот, ребят. Слушай, ну ведь неспроста нам дали с тобой великана. Ведь 100%, наверное, пойдет здесь еще здоровый зомби-великан, скорее всего. Молодец, молодец, убимак. Отталкивай этих охламонов. Не забывай, что уровень сложности хард стоит. Так, они меня хотят тут со всех сторон, что ли, прижучить? Смотри, здесь и там идут. О, нет, 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 вот это плохо уже. Вот это уже плохо. Почему плохо, ребята? Потому что они сейчас будут убивать моих... моих рабов. Так, срочно вызываем. Давай, 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 давай. Что такое? Так, ага, все, понял. Сколько осталось у меня всего лишь? Раз, два. Раз, два, этого мало. Надо как минимум 4 добытчика сделать. Поверь мне, сейчас еще кто-нибудь прибежит. Большие очень траты. Большие траты у меня. Опа, а этот, если не ошибаюсь, ребята, призывает нежить. Это же он? По-моему, это именно он. Сейчас я посмотрю, он подойдет поближе, что он там будет делать. Ой. Так, друзья мои, атакуем. Блин, пока мы с тобой добьем... Вот об этом я тебе и говорил. Срочно его надо атаковать. Он еще живучий, ты посмотри какой. Ага, упал. Так, у меня там как? Добытчики, все нормуль. Куда ты уводишь? А, он уводит этого. Понятно. Давай. Есть. Так, по-моему, нам с тобой, блин, пора отступать. Смотри, они там плюются кислотой, а? Ядовитый причем. Так, давайте, мне нужно... Вот, вызываем великана. Твою же налево, а? Так, у меня... А почему у меня только один убимаг? А, нет, два. Два, ребят, все. Они идут. Сейчас начнут плеваться, да, и все прочее. Так, что вы стоите-то? В атаку! Угу. Так, 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 так.
Капитоны, держитесь, родные мои. Вот, великан уже идет на подмогу вам. Блин, и не все. Так, луна уже, ребята, садится. Значит, скоро будет рассвет. Ты посмотри. Травят. Травят в наглёж просто. Давай, давай, великан, бомби их всех налево и направо. Нечего им тут делать. Это, по-моему, последние, ребята, войска. По-моему, это последний, да? Упал, пополз, там куда-то ползет, бедолага. Так его раздавили. Слушай, по-моему, да. Сейчас мы с этими справимся, и будет, по идее, побед за нами. Ну что, я нас поздравляю. Отлично, ребята, отлично все вышло. Оу. Еще одна звездочка, и у нас будет сундук. Ну что, друзья мои, на харде мы с вами прошли 49 уровень. Теперь нужно брать 50-й. А тут, смотри-ка, февраль не за горами. То есть у нас еще с тобой будет... Февраль откуда? Отсюда начинается или отсюда? Скорее всего, вот отсюда. Еще, значит, по идее, будет две дополнительные миссии. Ну, а мы с тобой идем сюда. Стартовый капитал 3000 голды. Так... Кто там будут? Элитные лучники? Что? Нету золотых рудников? И нету замка лучников? Вы серьезно? Так, ну-ка, нормал. И всего лишь 3 очка апгрейда. Трындец, я тебе скажу. Ну, готов. Как будто у меня выбор есть. Так, уничтожить статую врага. И причем... Ребята, нету здесь рудников. Вот вся армия, которая у тебя будет. Распоряжайся, как говорится, ей. Так, тут, наверное, понадобятся нам капитоны. Потому что ты видишь, да, у него лучники есть. Блин, как же я хочу нормальные шмотки на своих лучников получить. Что они бегают у меня в каких-то, извини меня, ритузах. По-другому не назвать. Смотри, у него армия из лучников чисто получается, да? В наших интересах тогда делать больше капитонов. Почему? Ну, ты сам должен понимать. Капитоны, они имеют защиту против луков. Офигеть, у него армия. А что они так строчат-то, как, я не знаю, как ошалелые просто. В любом случае, мне уже не хватит ни на мага, ни на великана. Спрашивается, нафига я тогда прокачивал великана? Надо было, блин, капитонов улучшать. Все, ребята, в принципе, больше я здесь ничего сделать не смогу. Ну, еще мечника нового призвать. Я жду. Ё-моё, он когда-нибудь прекратит вызывать лукарей своих, а? 4 капитона. Сейчас эта вся армада, по идее, побежит на меня. Побежит же? Все, ребята, мы тогда тоже в атаку бежим. Капитоны! Но вы будете вообще ничего не делать, ребят. Давай, 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 давай. Дубасим, дубасим их. Ага, а что сразу? Вот шакалы, а ты посмотри. Я надеюсь, у него нету никакой подмоги, там, лучников, как вот... Меня лишили, по крайней мере, этих привилегий. Сейчас, если он призовет, мы будем с собой сматываться. Пока тишина, ребята, пока тишина. Внимание, враг вызвал подкрепление. Трындец. То есть, зашибись, да? У него вот это вот все есть. А у меня, блин, этого ничего нету. Бедный капитан, все, его завалили. Да, блин. Да хорош. Все, друзья мои, как-то вот так вот мы с вами... Вообще некого призвать, понимаешь? Ты не заметил, что они офигенно быстро палят? Я даже призвать никого не могу, понимаешь? Что это? Это ерунда. Ну, молнии, ну бомбят эти молнии. Блин, надо было нам с тобой, наверное, использовать молнии. Действительно, короче, потерял я свою статую. Да. Твою же дивизию. Ну все, 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 я понял, что я проиграл. Понял. А вот это у нас что? А, это бьет статуя этим
лазером, да, из глаз. То есть, грубо говоря, больше у меня здесь ничего нету. Но капитонов в любом случае надо делать. Капитонов, потому что только они тут против лучников, по-моему, что-то могут из себя представлять. Остальные, в принципе, нас тут забомбят. Сначала, конечно. Давай подумаем. Так, нормал. Мне бы хотя бы на нормале пройти. Значит, капитоны, да? Так, где у нас там защита? Это здоровье. Шанс блока. Вот это вот мы с тобой и сделаем. Ну что, я готов улучшить. Уже некуда улучшить. На одних капитонах так и будем с тобой, значит, действовать. Другого варианта нету. В помощь. Так, это нам не нужно. Вот молнию, если только призвать. А кнут что делает? А, ускоряет. Ускоряет работу, да? Ну, вот они, мои капитоны. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Шесть капитонов. Плюс одна молния у нас с тобой есть. Ну, поехали в атаку. Но если и тут мы с тобой свалимся, вот это будет жестко тогда. Блин, там чуть-чуть нам не хватило, да, чтобы статую разнести. И, наверное, нам придется с тобой использовать молнии. Может быть, даже сейчас. Так, 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 молнии карают их тут. Сейчас они тут поджарятся. Ну, а мы с тобой должны статую бомбить. Да куда вы бомбите статую? И самое противное, что сейчас он вызовет подкрепление, которое будет нам очень сильно здесь мешать. Молнии у меня больше нету. А вот это вот что такое? И смотри. Слушай, мы в ярости их просто тут... Смотри. Порвали, прикинь. Вот это я понимаю. Слушай, ну при таком раскладе можно было бы и на харде, конечно, тут завалить их всех, согласись. А вот и сундучок. Угу, отлично. Так, где там сундук-то у нас берется, ты помнишь? Так, сундук здесь, по-моему. Ну-ка. И что нам здесь выпадет? Смотрим. Вот, вот он, друзья мои. Слушай, вот это хорошо. То есть, получается, мы с тобой лучников сможем прокачать. Да ведь? Конечно. И я это с удовольствием сделаю. Так, где у нас там оболочки? Долго они, конечно, бегали у меня. Вот в таком обмундировании. Так, замедляет вражеские войска. А здесь что делает? Отражение урона. Урон от горения от управляемой единицы. Но это если мы будем лично управлять. Использовать. Все, отлично, друзья мои. Так-то оно будет лучше. То есть не зря мы с тобой, да, все воевали. Хотелось бы, конечно, вот это вот максимальное, ребята. Но это купить 3000 гемов. Слушай, я ведь могу за гемы сундуки брать или еще что-нибудь в этом роде. Ну-ка, а, нет, мы можем вот здесь с тобой приобретать. 120 всего лишь у меня брюликов. 120. Ну и что, ну что, что тут взять? Да нечего, ребят, на самом деле, брать. Ценники какие-то, ну просто поднебесные, господи. Вот ярость, в принципе, неплохо. Мне понравилось. Они как бы намного быстрее стали действовать. Шахтеры так, в течение 30 секунд работают в 2 раза быстрее. Нет, ребята, этого мне не нужно. Так, режим. Давай с тобой попробуем сыграть в один режим. М? Что скажешь?
Выберем с тобой вот этот аватарчик. Первый раунд обычно. Так, Маврик. Что там за Маврик? 15 очков у нас на улучшение. В первую очередь лучники. Так. Не знаю, наверное, нам надо великана и мага. Раз, два. Вот так вот. Ну что, я готов, попробуем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Йо, тут нифига. Шахт, давай-ка лучника вызовем. А он мечника позвал, а мы тоже мечника призовем. Так, он хочет нас чикать, я так понимаю, да? Да уходите вы. Где там лучник-то мой, я не понимаю. Еще одного мечника призвала, ты посмотри. На. Так, а лучник-то где у меня? Что-то там стреляет, непонятно в кого, куда, чего. Так, я еще одного лукаря. Погоди, 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 ты куда побежал, бедолага? Стой здесь. Так, слушай, ну, неплохо. Золотишко мы с тобой там добыли. А он двух мечников на меня отправил. Понял? Двух мечников, значит, мы с тобой сделаем следующим образом. Я сейчас попробую призвать убимага. Так, атакуем этих олухов. Слушай, не достали мы их, этих рабов уничтожать, а? Там уже капитон вышел. Так, убимаг. А где? Где мои все? Не понял я юмора. Что за дела? Ну-ка. Надоело мне на это просто любоваться на все. Давай, капитан, разберитесь с этими олухами. Желательно как можно быстрее. Ага. Он какую-то легендарную, что ли, да? Капитана вызвал. Так, лучники. Ага, под управлением брал. Я видел. Давай, 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 давай. А чё, чё сразу? Уходим, ребят. Уходим из-под обстрела. Маг! Чё, завалили мага, да? Нет, вот он. Идет рядышком тут тусуется. А у меня чё, ни одного раба нету? Офигеть. Да что у него, блин, за эти ублюдки-то? Я не могу понять, какие-то. Ты посмотри. Что за странные какие-то. Я не видел такого вот вообще такой вот амуниции, ребят, по крайней мере. Просто не видел. Откуда он ее взял? Скажи-ка мне на милость. Так, убимак, давай там армию делай. Опять, опять он бежит, а? Сейчас, по-моему, с пущей армией, чем до этого была, да? Сейчас, сейчас, сейчас попробуем, ребята, наказывать будем. Под управлением взял, что ли, этого говнюка, да? Ну, уничтожайте их, кидрени фени, всех, всех, всех валим. Ну, сдох, чепушила. Надо их валить, надо их валить, ребята. Ага, он сразу призвал себе помощь. Шлепок. Сразу же призвал себе помощь. Так, у меня где все? Что, всего трое рабов? Ага, давай еще двоих сделаем. Мне, наверное, нужен, ребята, великаша. Что-то мне подсказывает, что нужен, ребята, мне великан здесь. Вот ты гад. Смотри, рабов бомбят, а? Вот в первую очередь бомбят рабов мне. Пять отступает. Да отступайте тоже, господи. Шлепок несчастный, а? Опять бежит, а? Ну ты посмотри на него. Он запарил уже просто. Сейчас моих капитанов уничтожат. Что там происходит?
Офигеть, ну правильно, если у него есть всякие заклинахи, ребята. Ну все, он, короче, нас тут забомбил. Он выиграл только за счет своих заклинаний, все. Стрелы выпускал и все тому подобное. У меня такого, как ты видишь, нету ничего. Так что мы здесь проиграли. А если бы он не применял бы эти все заклинания, я бы на него полюбовался бы. Сдаться? Конечно. Так, весь прогресс в турню... Да, конечно, какой прогресс? У меня прогресса никакого и не было. Бесконечность фан-пак. Нет, спасибо. Так, следующий турнир начнется скоро. Скажи-ка вот мне на милость, откуда он взял вот эти вот доспехи, которые были на его солдатах? Где такое вообще есть? Я не вижу здесь таких, понимаешь? Не вижу, я вижу вот, вот максимально что. Все, а у него там с буквой В. Фиг его знает, где он. Где он их взял? Ладно, ребятушки, будем закругляться, будем продолжать прокачиваться. Может быть, когда-нибудь все-таки на арене мы сделаем с тобой легендарный подвиг и рванем пуще прежнего. А пока все, всем удачи и до новых скорых видосиков.